А мы напоминаем, что 7-й канал вместе со зрителями выберет лучшую песню о Красноярске. Через музыку мы решили показать, что для каждого город разный. Наша редакция отобрала 5 треков, как сольных исполнителей, так и групп. Все они работают в разных жанрах, но всех их объединяет одно – любовь к Красноярской земле. Сегодня наш корреспондент Галина Сергиенко расскажет о втором участнике конкурса – группе «Яхонт». Все бывает просто, лишь в немом кино. Если гаснут звезды, значит суждено. Как и суждено группе «Яхонт» попасть в номинанты нашего конкурса «Исполнители лучшей песни о Красноярске». Почти 30 лет парни радуют красноярцев, да и жителей страны в целом своим творчеством. Группа выступает на многих площадках, включая заграничные, и везде, как признаются артисты, обязательно на их концерте будет кто-то из жителей краевого центра. Мы выступаем, допустим, в городе, там, Подмосковье или где-то в Николаеве, подходят люди с Красноярска, у них слезы на глазах, они видят, слышат, они жили когда-то в Красноярске, то есть нам это приятно, что мы людям даем какие-то эмоции, радость. Песня «Мой Красноярск» зародилась не случайно. В конце 90-х руководитель группы осознал, что нет хорошей музыки о краевой столице, которая была бы ритмичной и радовала народ. Поэтому решил создать свою. Флорид обратился к товарищу, чтобы тот написал стихи. Следом участник группы Андрей Иголкин создал аранжировку. Чуть сократил текст, и получился по-настоящему народный хит. Рассказывают, пропиарили песню тем, что громко слушали ее в машине. Тогда люди подходили и спрашивали, где можно приобрести диск. Песню мы эту поем все эти годы, почти на каждом концерте. И, в общем-то, она как-то нам и не устаревает. Мы, конечно, немножечко изменили аранжировку, и в живом составе она звучит по-другому, чем была на записи. Но она все равно всегда несет какой-то позитив. Как только песня стала неофициальным гимном Красноярска, парни решили записать клип. В этом поучаствовал даже тогда еще мэр Петр Пимашков. По словам участников группы, он помог со средствами. Снимали ролик несколько дней, даже вертолет пришлось заказывать. И все ради прекрасных видов Енисейской земли. Мой Красноярск, сегодня я пою тебе. Я растворюсь в который раз в людской толпе. Когда не стало главного солиста, группа устроила кастинг на нового. К ним приходили и бывшие звезды шоу-бизнеса, и простые парни с красивым голосом. Но нашли они исполнителя случайно. Позвонил руководитель, Флорид, и сказал, что нужно выручить несколько концертов впереди. Нужно спеть. Но вот выручаю до сих пор. 6 лет уже в этой группе уже обосновался, и очень мне нравится здесь. Ну а мы напоминаем, что послушать группу «Яхонт» и других авторов можно на сайте канала trk7.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Там же проходит голосование, отдать свой голос можно до 16 августа. Галина Сергиенко, Илья Сенкевич, 7-й канал.